Приветствую, мои дорогие друзья, а также всем гостям моего канала. Давайте мы с вами немножко прогуляемся по ТЗБ, скажем так, заброшенному уже, да. С вами дойдем до, получается, техносилы. У нас впереди будет техносила, бывшая, да. Сейчас там ценопад. Это у нас, получается, перекресток впереди будет. Вот, именно, который соединяет дорогу на ТЗБ. Вот, и на, получается, швейку. Вот, и также каскаду. То есть, кто знает, с Воркуты, вот этот перекресток, я думаю, вы все помните. Вот. А если вы не с Воркуты, то я даже не знаю, как вам это объяснить. В общем, простите меня, пожалуйста, если я как-то непонятно объяснил. Хочу просто я вам показать. Да, тут, скажем так, нет красот, но я, скажем так, я буду вам показывать все, что просто я вижу своими глазами. Прям буду все показывать. Потому что очень многие, скажем так, по этой, может, дороге, которую сейчас я иду, может быть, кто-то ходил на работу. Вот, ностальгия. Очень много мне воркутинцев смотрят, которые уехали за пределы Воркуты. Вот, так что буду вам снимать максимально все, что, скажем так, мне попадается, скажем так, да, на моем пути. Вот. Этот, скажем так, перекресток сделали не так уж и давно. Вот, многие-то уехал давно с Воркуты, да, грубо говоря. Вот, вы его, наверное, еще не помните, точнее, не знаете о нем. Потому что тут раньше был такой большой забор бетонный, вот тут, а вот. Вот, делать перекресток. Вот, и раньше тут этого перекрестка не было. Тут у нас, получается, всякие, скажем так, павильоны торговые. Мисков, вот, так далее, там покупайка тут, у нас он спереди, получается, это у нас техносила там, бывшая, сейчас там, получается, ДНС, Литуаль, в принципе, все тут работает достаточно, вот, даже много, скажем так, еще осталось ларьков, да, тут, конечно, освещение ночью не очень, но, скажем так, ходить можно. Вот там сделали такую теплую остановочку. Тут а вот автобусы останавливаются на северный поселок, на Варгашор. Это у нас на улице. На улице у нас около 16 градусов мороза. Вечер. Около 5 часов вечера. Сейчас будем переходить дорогу. Как бы нас никто не сбил. Вот так вот мы тут и живем. Там авария спереди. Аварию запечатлили мы. Вон там авария. Автолига такси с рабочей какой-то машиной. Это у нас получается Максима бывшая, ДНС, Бристоль. Тут сделали ценопад. Вот куда мы сейчас пойдем, ценопад. Будем покупать тупо тут. Купим себе штанишки. Вот. Достаточно очень большой магазин. Много чего есть приобрести. А самое главное, недорого. Недорого. Вот. А то все же думают, что мы, воркутинцы, все богатые люди. Получаем миллионы. Но нет, 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 нет. Получают тут они миллионы. Так, пойдемте с вами. Это первый этаж. Тут ДНС. Вот. И тут-то получается ДНС. И там Бристоль. Это поднимаемся на второй этаж. Сейчас поднимемся с вами. Ценопад. И вот такой тут магазинчик. Тут-то курточки, сапожки, штанишки и все в этом роде. Ну, обычный ценопад. В каждом магазине, точнее, в каждом городе на такой есть магазинчик, где можно поубирать себе одежды. Вот, мы с вами пойдем, где штанишки. Кстати, могу вам показать курточки, цены на куртки. Думаю, вам будет интересно. Мужские куртки, рубашки. О, тут очень много чего интересного есть. Даже смотрю, военные. Военные, грубо говоря, одеваются. Цена этой куртки 4200. Вот этой курточки 4200.
3800, зелененькая, 3600. Вот такие тут цены. Ну, грубо говоря, от 4000, наверное, до 5. Ну, такие вот есть курточки наподобие 4000. Такие тут у нас есть всякие охранные, военные куртки. Ну, честно, выбор есть. Большой даже выбор. Очень много чего есть выбрать. Также есть женский отдел. Вот. Вот такая вот большая курточка. Интересно, какая цена. Самому интересно. А, 7700. 7, ну, такие, наверное, цены везде. Кожанки, получается, у нас зимняя 6500. Это вот 6500. Вот эти у нас 6200. Посередине которая. Вот такие вот тут у нас прелести. Женский отдел. Вот. И там впереди у нас уже будет обувной магазин. Точнее, отдел. Вот. Друзья, не забывайте обязательно поставить лайк, подписаться на канал. Максимально всех прошу это сделать. Чем больше у нас людей будет, тем больше я буду показывать максимально все. А я вам покажу все. Всю ворхуту покажу. И наизнанку верну все покажу. То есть в этом плане не сомневайтесь. Буду вам все показывать. Максимально все. Так, что у нас здесь? Свитера есть. Ну, наверное, одежду, наверное, не так уж, наверное, интересно смотреть, да? Вот, вы в комментариях напишите. Может, какую-нибудь идею кто-нибудь подаст, какую-нибудь, может быть, что-то интересное будет почитать и сниму такой контент. Может быть, кто-нибудь какую-нибудь идею хорошую подаст и сниму что-нибудь. Вот, тоже. Вот, одна голова хорошо, а нас много, мы семья, вот, поэтому подскажете, прислушаюсь и снимем какой-нибудь видеоролик. Вот там сумочки впереди у нас, вот. Ну и тут у нас большой, скажем так, отдел обуви. Обувь, Емас, сколько тут обуви всяких интересных. Всякой интересной обуви. Цены тоже, скажем так, разные цены. 3700. Ну, конечно же, каждую обувь не буду вам показывать. Цены, я думаю, везде такие. Скажем так, не отличается, скажем так, да, в средней полосе. В любом случае, наверное, такие магазины, они, наверное, ценовой, наверное, да, скажем так, ступень у всех, наверное, одинаковая. Ценовая ступень. Тут, конечно, женский отдел, мужской отдел и так далее. Вот что касается обуви. Это все у нас ценопад. Вот тут очень многие люди одеваются, скажем так, и сам одеваюсь, и, скажем так, неплохо. Качество довольно-таки тоже. Не скажу, что прямо очень плохое. Ну, вот тут вот так вот у нас все происходит. Женский отдел, мужской отдел. Мужской. Сколько кроссовок всяких. Сколько всего. Это уже получается женский отдел. Туфли. Сапожки всякие. Ну, в общем, очень большой отдел. Очень большой. Прям максимально большой.